Дзержинский район города Москвы занял первое место во Всевобуче. В районе начались занятия второй очереди. Каждый боец должен быть отличным лыжником. Он должен уметь стрелять с лыж. Бойцы Всевобуча овладевают пулеметом. Каждый должен быть метким истребителем вражеских танков. Граната брошена плохо. Инструктор учит, как нужно владеть гранатой. Вот теперь хорошо. По всей стране готовит Всевобуч резервы для нашей героической Красной Армии. Плавят свинец. Самые суровые морозы жарко в этих цехах. Муса Сельгумаров держит в котлах нужную температуру. Рафинировщик Кокумбай Кашкалаков. Татьяна Соколова в полтора раза перевыполняет норму формовки свинца. Не отстает от нее и Анна Гончарова. Большими производственными успехами встречает завод славную годовщину Красной Армии. Гвардейское знамя завоевано доблестью бойцов 7-й кавалерийской дивизии на полях Отечественной войны. Его принимает командир конно-гвардейской дивизии подполковник Манцуров. Знамя гвардии зовет славных конников к новым победам. Глуши собрались отряды партизан. Сегодня у них большой праздник. Отважным народным мстителям вручают награды Родины. Для вручения орденов и медалей прибыл представитель военного совета фронта. Орден Красного Знамени вручается товарищу Б. Он уничтожил 18 фашистов и взорвал 2 автомашины. Орденами Красного Знамени награждены пулеметчик Б, командир отряда товарищ Р. Трижды пустил он под откос немецкие эшелоны. 56 раз подрывал железнодорожное полотно. Орден Красной Звезды получает товарищ И. Он был партизаном и в славные годы гражданской войны. Заслуженную награду получает разведчица М. До войны она заведовала детскими яслями. Это Юра И. Партизанский отряд Юра пришел со школьной скамьи. Он взорвал мост, пустил под откос 2 немецких эшелона. Получая награды, партизаны принесли клятву. Будем преследовать гитлеровцев день и ночь. Будем рвать их связь, взрывать транспорт, уничтожать обозы. В борьбе с ненавистным врагом не пожалеем жизни. С утренней почтой
пришло письмо герою Советского Союза, летчику-бомбардировщику Александру Молодчему. Письмо от отца. Рад твоим успехам, дорогой сын. Ну и мы, старики, на заводе не отстаем от вас, молодых. Товарищ старший лейтенант, вас вызывает командир части. Ночью предстоит дальний рейд. Полковник Новодранов ставит задачу экипажу Молодчего выйти на один из германских городов, уничтожить важные военные объекты. Готова машина. Заполнены все баки горючим. Взят полный запас бомб. Готов экипаж. Маршрут изучен. Далекий рейс. Экипаж непрерывно поддерживает радиосвязь со своей базой. Все в порядке. Цель найдена и уничтожена. Все машины вернулись на аэродром. Спешу ответить тебе, дорогой отец. Вернулся из полета. Задание выполнил. Рад, что и ты с успехом работаешь для нашей победы.